Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала. С вами Титан. И мы продолжаем играть на сервере Humble MC, да? Какой Хайпиксель? Ой, какой Хайпиксель? Humble MC, да, по-моему, считается сам. Ну, в общем, подписочка, я уже все уже договариваюсь, уважаемые зрители. Ссылка будет под видео. Так, мы вам показали Трамбл in Майнвилл, мы показали The Herobin. Ну что, Survival Game, показывать это голодные игры? Показывать. Что? Ну давай покажем аркады, самое, как мне кажется, интересное. Ладно. И вкусное. Мы покажем напоследок. Да, идем в Survival Game. Survival Game. Так, на эту табличку давай. На это. Тут, что у нас тоже много карт, естественно. Один режим. О, вон, красная вот в уголке. Вот это, да? Держи. Держу. То есть, нажимайте где, да, рестарт, да? И жмите самое. Ну, в основном лучше так. Потому что везде заполняется. А, все уже заполнилось так быстро. Да все уже заполнилось, что ты держишь? Так, ну давай. Вот, вон еще одна. Вот это? Да. Так, держим. Так. Лучше просто так нажимать. Почему? Потому что так быстро есть. А ты же говорил, держать надо. Ну, сейчас так попробую, потому что раньше было. Нет. Так, ну, что делать? А давай где вот этот живой? Мне показалось. Давай вот внизу. Вот. Все, нажал? Ты здесь? Да. О, все. Так, что это? А мы же... Это лоди? Нет, игра же идет, а мы это просто админы. В каком это смысле? Ну все, я выхожу в лоджию. Подожди, где? Ну, мы не играем, мы просто ждем, пока игра закончится. Да? Да, и можем наблюдать за игроками, компас нужны. Вон туда пройди, туда, за мной. Там люди написаны, кто выживший, кто... Ну все тогда, да, пишем хаб. Извиняемся, сейчас. Тут, видите, на одном сервере, как вам сказать, одно, на другом. А как ты увидел, что... Другое. В общем, подсоединяться нужно, как где рестартинг написано. Все, понятно. Джойн. А хотя, наверное, на всех серверах джойн. Хотя нет. Не, а вот смотри, чем отличается. Бывает. Вот где просто джойн, там игра, а где светлая джойн, там лобби. Вот так. У меня было так на голову, Нет, где... ты не путай тот сервер, который где только голодные игры, и вот этот. Так, куда? Где рестартинг, да, нужно ведь? Ну да. А почему? Вот он, на самом, вон он. Вот, давай. 90. Жми. Жму. А может здесь не так сделано? Не, ну ты лучше жми. Потому что на Хайпикселе не так немножко. Хайпиксель? Ой, я залез. Я не залез. Так надо было сжать, я тебе говорю, жрать на кнопку. Ты жал? Да. На Хайпикселе? Не знаю. А, да, на Хайпикселе там говорю. Ну давай снова. Так. Какую? Сейчас, уважаемые зрители, мы зайдем, покажем вам. Хотя все... вот, да. Вот, давай. Жми. Ты держишь? Держу. Так, сейчас мы зайдем, покажем, это все знают, но мы должны показать. Да. Как это? Потому что все равно должны показать. Вот тут как бы, вот, не знаю, на Хайпикселе проблемы нет вместе зайти. То есть там держишь, то есть там сразу видно. А, не зашел. Еще раз давай. Я говорю, нажимать надо. Ну, я держу! Хорошо, так, давай, вот рядом. Нажимай. А, вот, держу. Поближе подойди. Нажимай. Нажал? Держу. Ты не нажал. Да я держу. Ну хорошо, сейчас. Я не знаю, нажимается или не нажимается. Нажимается, вон, я держу. Почему я захожу? Я нашел. Заходишь, все. Зашел? Где? Да, все. Наконец, уважаемые зрители, подписчики канала. Нет, мы зашли. Он
выживание. На выживание. Зашли на выживание. А, здесь сундуки в виде поршня. А я как-то тут бегать не могу. Странно. Можешь. Папа, здесь сундуки в виде поршня. Это мы что, мы ждем? Да. Есть сундуки в виде поршня. Понятно? Сундуки в виде поршня. Ладно. Это что, видишь, поршень — это сундук? Да. А почему нельзя было сделать сундук? Нельзя было сделать сундук? Спроси у них. Ну, понятно, ладно. Ждем, ждем, когда начнется. Катать. Ну, когда начнется. Прыгай. Так, 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 так. А что тут через 5 секунд? Тан-тан-тан-тан. Пом 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 пом. А я упал. Пом 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 пом. Когда же начнется тут? Через 5 минут, наверное. Ты что, 5 минут сидеть? Нет, это нельзя так. О, наконец-то запомнил. Сколько можно ждать? Сколько можно ждать? Ужас, ужас. 0.5. Жесть, жесть. Сколько можно ждать? Сколько можно ждать? О, все. Так, где? А вот все, вот это голодные игры. А вон он я. Голодные игры, но. Вон он я. Голодные игры. А ну что, про классические игры? Ой. Сейчас поскрипывать не надо. Ладно. А что в центре сундуков нету, странно? А, ну нету. А не можешь под водой? А не знаю, я куда-нибудь убегаю. А мы будем так дружить или будем ПВП жить со собой? Нет, мы будем дружить, конечно. О, сундуки свалились! Сундуки. А, это сундуки, все так, сундукам. Подожди 20 секунд. Та-т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 а-
должны... Подожди, осталось 9 секунд. 8, ах, 7, да, 6, 5, 4, 3, 2. Я в сундук... Головой врезался. Подожали. Я взял алмаз. Сундуки. Ничего не взял. Я алмаз взял. Я ничего не взял. Я ничего не взял. Я убегаю. Меня убьют. Меня убили. Меня все, я умер, все. А я жив. Все. Все, ну, меня убили. Ай, меня бьют. Ай. Вон сундуки, они взяли. Нет, дай мне сундук, отойди. Ты его не увидишь. Тут там, тут там, там. Меня убили, все понятно. А у меня алмазик в руке. Кому алмазик? Еще раз я хочу... Ты можешь компас назвать и ко мне телепортироваться. Да не хочу телепортироваться. Я и так тебя вижу. А что я хотел сказать, что это мы не показываем, как вам сказать, ну, как, именно как мы играем, да, там, сидим, чтобы мы нам победили, все. Мы вам показываем просто обзор вот этих мини-игр, на Hypixel показывали, на вот там HiveMC, или как там он читается, вот, показываем просто обзор, что это такое, то есть... Вы думаете, а почему там быстро закончили какое-то видео, вот нас убили, все-все. Просто показываем, как зайти, как выйти, что там лобби, не знаю, и в чем суть каждого режима. И все, мы как бы здесь не показываем, как мы целый день сидим, играем там, все-все-все-все-все. А здесь есть... А видите, я что заметил, здесь нету магазинов, да? А может есть магазины, но на другом этом режиме. Если стук, кстати, ломать можно. Вот на голодных играх нету здесь магазина, да? Mm-hmm. Да, здесь магазин нет. А на каким? Еще до этого показываем, тоже нету магазина. Чего у тебя скрипит там? Да ничего не скрипит. Нет, тут эта подставка, надо ее смазать. Так, ну, в общем, все, да, все-все-все. Ну, в смысле, я уже все-все-все. Ты давай, это. Так, извините, скрипит. Что ты делаешь? Видишь, скрипит, я тебе говорю. Так, можем, ну давай. По лагам залезать. Давай, умирай, и мы покажем следующее. Ну подожди, я никого еще не вижу. Как я могу умереть? Ну разбейся, я не знаю. Ну,
Ой, ну да, я хотя бы это поживу чуть-чуть. Поживу. Вот, это голодные игры, понятно. Кольчужины мага. Да. Да, ну, как говорится, пользуюсь случаем, пока у нас тут такая, как бы, затишье. Расскажу, опять же, почти в каждом, не в каждом я видео говорил, что скоро летсплей. Но он будет скоро, опять у меня уже третий человек делает сборочку мою, пытается сделать. Танкер Александр, кто его знает из Redcall админ. Вот. Как только он освободится, у нас у него там есть дела более важные. Он, как говорится, одним глазом, одной рукой, одним глазом пытается сделать сборку для летсплея. Вот. Ну, опять же, будем ждать, ну что делать? Остается ждать. Потерпите, скоро будет летсплей. Как только сделать, так и будет. Будет через день, через два, через неделю, но он будет. Я, к сожалению, не смог сам сделать сборку, потому что я запихал туда 60 модов, которые между собой конфликтуют и так далее, и так далее. Почему я не хочу 2-3 мода? Потому что хочу, интересно, у меня для каждого мода, для каждого буквально мода есть своя задумка, своя идея, как это реализовать летсплей, чтобы это было все интересно. Постоянно у меня меняются, убираются, добавляются моды, но убираются, потому что конфликтуют, добавляются, потому что другой человек говорит, что я, говорит, могу добавить это, говорю, пожалуйста. И в общем, сейчас Хаммера убьют. Блин, да. И мы начнем замечать следующее, потом как где? Бы, я не знаю, следующее видео. И сейчас я договорю про сборку. Как только, в общем, соберем, я надеюсь, будет по максимуму модов, какие я хочу. Ну что ты мне голову залез? По максимуму модов будет, какие я хочу. И надеюсь, Саша Танкер поможет. Ну, Илья Уран тоже помогал. Что-то у него там тоже не получилось. В общем, одиночная игра идет, а серверная нет. Но все-таки добьемся, чтобы серверная заработала. Как придем к какому-то одному, как говорится, знаменателю, какие будут моды все-таки, какие лучше, хуже. То есть я потом, когда будет, ну не прыгай так, ну выйди, все, стой здесь. Будут, это мне в смысле сбил. В общем, по максимуму, какие интересные моды сделаем, но чтобы это все заработало на сервере именно. Куда ты телепортируешься? В общем, все. Я потом это расскажу отдельно, как будет все, какие-то моды, все. Давай, обращаемся. Все, спасибо, всем пока. Кто смотрел, ставьте комментарии, ставьте лайки. Оставляйте лайки, подписывайтесь. Всем спасибо, кто смотрел. Всем удачи. Всем пока. Всем удачи, всем пока.